Участниками всероссийской добровольческой акции «Снежный десант» станут магаданские волонтеры. Основная цель мероприятия – помощь в уборке снега и мусора на территории медицинских и социальных учреждений, общественных пространств и памятников. Мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Участниками акции станут ученики различных вузов города и области, молодежные и детские общественные организации. Чтобы внести свой вклад, все желающие могут присоединиться к группе волонтеров, позвонив по номеру 8-41-32-62-76-84 или зарегистрироваться на портале добро.ру.